поднимай с горы. Машинку надо сильно нажимать на газ. Теперь дорога снова вниз пошла. Сейчас буду вверх-вниз, вверх-вниз. Как на американских горках. Ой, как интересно. Ой, как кайфово. Это даже лучше, чем ехать под океаном, если честно. У меня уже какой-то опыт, опять же говорю, есть. Уже накопился опыт за сегодняшний день. Ой, как долго! Да, если бы, конечно, меня глаза мои не подводили, я бы ездила каждый день на большие расстояния. Просто сесть на машину и поехать по всем штатам. Останавливаться в каждом интересном местечке, ночевать где попало. В каких-то там отельчиках, мотельчиках, каких-то парках. Есть стейт-парки, есть федеральные парки. Там 20 или 30 долларов платишь, и, пожалуйста, место выделяется под машину. Ой, как красиво! Лос Пардес, National Forest. Боже, как красиво! Вау, какие там, какие там... Ой. Мы вчера ехали, Артур возил, поехал, меня повез через вот такие же горы в Лос-Анджелесе. Здесь, в принципе, то же самое. Сейчас вон куда я буду, на какую верхотуру забираться. Это надо? Так, что, не тянут машинки? Моя пока бежит, моя пока бежит. Газелька. Газелька. Ой, до чего красиво, боже мой. Горные дороги, только горная дорога. Так, 35 миль в час, я иду 40, вы меня там не торопите сзади, сзади летит за мной. Пожалуйста, если хочешь, можешь меня обгонять. Пожалуйста, воля ваша. Воля ваша. Как интересно, какой кайф. Это вместо того, чтобы дома сидеть перед телевизором, на заднице, вон оно, сколько красоты. Не исследованы, не обследованы. Ехать, 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 ехать и ехать. И как далеко внизу, с левой стороны осталось море. Сейчас, может быть, покажется. Наверняка такая дорога будет вон. Видно море отсюда, океан. Боже, как красиво. Боже, как красиво. Я так быстро сюда поднялась. Над обрывом. Ой, как страшно. Вау, вау. Что-то у меня сердце в пятки немножко ушло. Ух ты, какой там был обрывище. Вот это да, вот это я понимаю. 45 минут в час. Можно? Боже, 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 какая сказка. Выйти бы сделать бы фотографию. Сейчас, может, не будет видно. Божечки мои, божечки мои, как красота. Ой. Ой. Давай, если ты торопишься, давай выберем. Вот с той стороны какие горы видны. Все окружено горами со всех сторон. Вау. Уже все, уши заложила. Какая кайфушка, какая кайфушка. Сейчас наверняка где-то будет обзорная площадка. Do not pass, все, ты меня не можешь уже обогнать, все, Джим. Я немножко отключалась, потому что такая была дорожка через лес, можно сказать. Проехала немножко по плату, и в
вот теперь пошел крутой-крутой спуск вниз. Вау, 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 вау. Мама моя родная. Мама моя родная. Вот это да, вот это да. Если честно, у меня чуть-чуть очко это. Жим-жим-жим-жим-жим. Вот это красота. Божечки мои. Пошел спуск. Да, я вижу по карте, что я прошла высокие горы. Не знаю, сколько там было над уровнем моря. Даже трудно представить себе. Но что-то было. Такие молодцы, такие красивые дороги проложить в таких скалах, в таких горах. Ух! Ух! Включаю. Снова красота. Ехала по такому месту, где не было видно гор. Это получается, что я всю Калифорнию проехала от мексиканской границы, от границы Мексики. Вау. И не знаю, доеду ли я до конца Калифорнии, до самого севера, посмотрим. Почему нет? Почему нет, когда-нибудь, может быть, и да. 55 миль. Приближаюсь к спуску, там впереди кто-то едет 40 миль в час, а тут можно 55. И вот нас такой хвост собрал. И что? И где спуск? Не вижу спуск. Заезжаю в Качума Лейк, Recreation Area, ну то есть место для отдыха. Во-первых, там этот впереди плетется, как черепаха, не хочу за ним ехать. Во-вторых, посмотрим, может быть, фотографии можно отсюда сделать. И просто посмотрю, что это такое. Ой, что-то такое интересное-преинтересное. А, там опять платное. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Ладно, я объеду. Hello. I have Florida State Park annual pass. I have Florida State Park annual. We don't accept the international. I just put. Yeah, thank you. Она говорит, нет, мы не принимаем. И, ну ладно, я повернусь, ничего особенного здесь нет. Все. Зато немножко отвлеклась. Поехали дальше. Немножко спинка затекла. Не спинка, а плечики и шея чуть-чуть затекла. Хотя можно облокотиться, вот здесь у меня хороший этот. Но как-то все равно еду такая напряженная, тем более такие горы, у меня вообще руки и ноги все напряжены. Ничего себе по таким горам покататься. Это ж еще это. Ух. Ладно, выезжаем снова на горную трассу. Никого там нет, все, поехали. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Холмы, вот такие вот. Все, такая более-менее прямая дорога. И вот пошли поля с той и с другой стороны. Сейчас меня снова выведет на 101-ю трассу, по всей видимости. Как интересно, только что видела машину полностью высоко-высоко погруженную, нагруженную сеном. Вот открывается совершенно новый ландшафт. Какая красота! Поехали по другой стороне. Боже, поля. Виноградники, кругом виноградники. До такой степени красивые поля, если видно. Это просто нечто. Я еду и просто у меня душа поет от радости, от того, что я вижу. 65 миль в час здесь скорость. Я иду 70. Это все виноградники. Знаменитое калифорнийское вино. Горы.
проехала, не знаю, кругом сплошные виноградники, поля, 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 и такие красивые холмы и горы. Похоже на капусту. Золото Маккенны. Просто как будто здесь снимали. Не надо ехать ни на какой каньон. Это нечто. Это просто нечто. У меня нет слов. Едем по мосту. Я так долго еду, что вот остановилась, наверное, уже 10-й раз заправляться. Тут всего 10 галлонов. И мне приходится часто заправляться. Пошли заправляться.